Всем привет, друзья! Нашел у себя на складе полоски, какие-то раритетные полоски термические. Я думаю, это делались при СССР, потому что маркировка УССР, Институт органической химии. Срок неизвестен, ТУ 85 год, годен до июля, видно, хранить не выше 20 градусов, 80 штук в пачке. Откуда эти полоски у меня, я не знаю точно. Скорее всего, их подарили мне, когда я покупал ульи у одной бабушки 15 лет назад. Там был колхозный пчеловод, ныне покойный. И у него были такие, наверное, полоски он использовал. Не знаю, как называются. Возможно, фольбекс. Старые пчеловоды, которые меня смотрят, могут подсказать название, потому что здесь содрана этикетка. Что я придумал? Сейчас хочу проверить эти полоски в ульях, как они работают или нет. Все-таки тогда же было вроде бы как качество. Делали на совесть. Ну, я так думаю. Или... Сегодня 19 октября, стоит тихая пасмурная погода. Наконец-то похолодало после дождя. Плюс 13 сейчас градусов. Довольно прохладно. Пчелы вообще не летают. Хорошее время для обработки от клеща и окончательной формировки гнезд зиму. Если они, конечно, не будут давать пыжа сейчас. Сейчас я разложу листы А4 в три улья, там, где было много клещам, по моим наблюдениям. Обычно это ульи старыми матками. Там много выращивается трутня, и поэтому клеща обычно больше, чем в семьях с молодыми матками. Разложу два лежака и в один дадан. Здесь старая матка 2018 года с меткой. Это племенная у меня матка, я от нее выводил сотни маток. Отлично по миролюбу и зимовке. Поэтому я ее не меняю. Сколько проживет, столько и проживет. Основную часть маток на пасеке я меняю каждый год. При работе с термическими полосками я надеваю респиратор. Химик 2. Неплохо себя зарекомендовал. Вот такие полоски. Не знаю, будут они гореть или нет. Сейчас проверю. Тебе тоже респиратор одеть? Все, брысь отсюда. Брысь, тут опыты. Ну, горит вроде. Сейчас в улей. Вонь как, капец. Сейчас как бахнет. Видно, как дым через вентиляцию выходит. Вот вам советское качество. Пролежали 20 лет или 30, я не знаю. Практически на улице. Не отсырели, все горит. Видно, какая там смесь намешанная. Сгибай его так. Сгибай, чтобы лучше горело. Полоску кладу вот так. Зажигаю и в улей. Для покупателя меда, я уже говорил, эти обработки никак не попадают в вещество в мед, потому что сейчас обрабатывается 7 рамок, 8 гнездовых. Мед откачивается летом с магазином, который давно снятый. Или с других корпусов светлых рамок. Мед ежегодно проходит все анализы. Все показывает отлично, никаких проблем нет. Литки я закрыл на 15 минут. Буквально скоро открою. И через час мы посмотрим вместе, сколько там выпало клеща. И потом через 5 часов и на следующий день. Применял я раньше еще дымовые таблетки базальт несколько лет назад.
принцип тот же, есть там еще другие названия. Ну как, эти препараты, да, работают, клещ сыпется. Но вы видели, это трудоемкий довольно процесс, если семей там 10-20, можно играться, если большая пасека. Долгая эта подготовка вот этих всех поджигающих тарелочек. Зажигание, закрывание. Хотя, в принципе, она все время занимает, и обработка быстрее всего дым-пушкой. Мне интересно сам результат, будет ли или нет. Полоски все-таки старые. Решил обработать, пока две семьи хватит. Все обработки делайте на малом количестве семей первые. Любой препарат новый, который вы испытывали, проверенный, непроверенный. 2-3 семьи обработали, все, посмотрели результат. Если осыпи нет, это так даже рекомендуют производители всех препаратов. Если все нормально, значит все, обрабатывайте дальше. Спасение рядового Райна. Итак, прошел час. Открываем черный ящик. Полоска сгорела почти полностью. Сейчас посмотрим результат. Вот вижу, один клещ таки упал. Вот он. Сразу замертво. Ну это один я лист вытянул. Ё-моё. Здесь клеща нет. Так, в старом лежаке сгорело полностью. Один клещ вижу. Раз. И все. По одному клещу. В общем, по истечению часа упало по одному клещу в каждом улье. Но это, в принципе, не особо о чем-то говорит. Потому что я обрабатывал качественно уже эти ульи осенью без расплода два раза проливом. Поэтому там уже клещей, наверное, минимум. Это раз, и просто прошел пока один час. Я думаю, препарат действует, потому что все равно клещ упал. Если бы ничего не упало, тогда да. Я решил пойти в экспериментах дальше. И нашел одну семью. Как по моему мнению, сильно заклещенную. Сейчас я... Там было 5 рамок пчелы всего и 2 рамки расплода. Расплод я изъял, там один клещ уже, он все равно не нужен. И обработал этими же полосками. Видно, сгорела полоска. Здесь легкий кипиш, я их перетрусил всех. Вот видно, клещи посыпались. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 штук. Но сейчас я хочу еще завершить эксперимент. Я сейчас обработаю эту же семью еще проливом, проверенным препаратом. Прошло 1.5 часа после пролива. Вот это все клещи. Они еще даже шевелятся, вот видно. То есть пролив, конечно, намного эффективнее, чем термические полоски. Ну, смотрим лежак спустя 6 часов. 2 клеща на одном листе. И еще один клещ на втором листе. Какой-то динозавр выпал. В общем, вывод такой. Полоски работают термические, дымовые. Даже спустя там 30 лет. Несмотря на то, что они хранились при температуре неправильной. И там и мороз был в этом здании зимой.
все же пролив получается эффективнее намного. Так она всегда и была, в принципе. Я сравнивал раньше дымовые полоски других фирм. Полоски тоже можно применять. В общем, выбирайте сами, что применять. Надеюсь, вам понравился эксперимент. Всем спасибо за внимание. Ставьте палец вверх, если понравилось видео. Всем удачи, хорошего дня.